Наша тема – это демистификация графического конвейера. Она будет состоять из двух частей, потому что она слишком большая, чтобы уместить ее в один раз. Поэтому пришлось разбить. Так, какие вопросы мы рассмотрим? Что такое графический конвейер, для чего он нужен? Детальное устройство графического конвейера – и как из абстрактных виртуальных точек получаются вполне конкретные пиксели на экране. Так, поехали. Графический конвейер – это аппаратно-программный комплекс, который описывает, какие шаги нужно выполнить для того, чтобы визуализировать 3D-объекты на плоской поверхности, то есть на двухмерном экране. Этот подход к визуализации используется преимущественно для отрисовки объектов в реальном времени. Процесс визуализации и превращения 3D-объектов в пиксель на экране также называется рендеринг. Какие существуют варианты реализации этого конвейера? Есть фиксированный, он уже устарел, и программируемый. Но все же фиксированный мы тоже рассмотрим для сравнения. Какие особенности у фиксированного конвейера? Он имеет ограничения по графическим эффектам, которые можно реализовать. Они строго зашиты в сам конвейер и работают по строго определенным формулам. Нельзя ничего модифицировать за исключением включения и отключения определенных опций конвейера. Также отсутствует необходимая гибкость. Нужно меньше настроек, чтобы создать графическое приложение, это плюс. Но минус – много работы выполняется на ЦПУ, что в итоге тормозит процесс рендеринга. Особенности программируемого конвейера. Почти каждую стадию конвейера можно настраивать при помощи шейдера. Гораздо более обширный доступ, обширный набор доступных реализаций визуальных эффектов, что в итоге позволяет выводить на экран гораздо более реалистичную и красочную картину. Больше работы выполняется на GPU, что позволяет графическому движку работать эффективнее и выдавать больше кадров. Необходимо указывать большее количество настроек для того, чтобы запустить процесс рендеринга. Это явный минус. И большая сложность и большая вероятность сделать ошибки, которые приведут к поломке рендеринга, а также к длительному поиску самой ошибки. И вот сравнительно схема двух типов конвейеров: слева фиксируемый, справа программируемый. Слева это вот у нас достаточно упрощенный конвейер. У нас есть вершинные и индексные списки, буферы. Потом мы трансформируем вершины, добавляем освещение, потом сборка примитивов, растеризация, работа с пикселями и вывод пикселей на экран. А программируемый это конвейер с DirectX 11. У нас есть input assembler стадия, потом вершинный шейдер, а потом уже идет нечто новое, чего не было в фиксированном конвейере, это стадия тесселяции, состоящая из трех стадий: там, hull shader, стадия тесселяции и доменный шейдер. После него идет геометрический шейдер, тоже новая штука. Она может идти, ответвляться на stream output, так называемый, и может идти напрямую в растеризацию. После растеризации у нас идет пиксельный шейдер и output merger, после которого мы получаем картинку на экран. Давайте рассмотрим различия между подходами на практике. Вот у нас слева картинка вверху из DirectX 11, а внизу DirectX 9. Обратите внимание на воду. В 11 DirectX это вода с хардварной тесселяцией. Вот. А в 9 DirectX такой штуки не было, поэтому вот вода достаточно такая простецкая. То же самое на картинке справа. Вверху 9 DirectX, вода такая с небольшими такими волнами маленькими. А в 10-м DirectX уже она переливается большим количеством волн. Волны крупные, мелкие, рябь есть, ну, все как положено. И вот еще слева это 11-й DirectX, динамическая одежда, то есть она меняется положение, эти вершины они как развиваются на ветру. В 9-м DirectX такой фишки тоже не было, поэтому она здесь, этот флаг, Brembo, он как бы такой более деревянный.
Еще пример. Вверху 9 DirectX 10, это гора. Как видно, в 9 DirectX здесь достаточно мало деталей. Она достаточно такая простенькая, без каких-то, в принципе, шероховатостей, просто вот пологая скала. А в 10-м эта же скала, она вот превратилась уже в такую более детализированную, там есть выступы, есть углубления, есть какие-то трещины и так далее. То есть это все благодаря тесселяции получилось. И теперь давайте детально поговорим о программируемом конвейере. На примере графического конвейера Vulkan. На текущий момент существует всего лишь три актуальных графических API для рендеринга в реальном времени. Это DirectX 12, только для Windows, Metal, только под Apple, и Vulkan. Он работает на всех актуальных платформах. И вот схема общая графического конвейера. Ну, не только графического, еще есть вычислительный конвейер. Вот справа вот эта вот часть, это вычислительный конвейер, так называемые compute-шейдеры. Но мы их рассматривать не будем. Мы рассмотрим вот эту вот часть. И вот сами стадии конвейера. Прошу обратить внимание, что зеленым обозначены фиксированные стадии, а синим – программируемые. То есть в программируемом конвейере тоже есть фиксированные стадии, но их количество сильно меньше, чем в строго фиксированном конвейере. То есть у нас есть всего 15 стадий. Это Input Assembler, потом Vertex Shader, Tessellation Assembler, Tessellation Control Shader, или еще называется HAL Shader, поверхностный шейдер по-русски. Tessellation Primitive Generator, потом Tessellation Evaluation Shader, или еще его называют Domain Shader. Geometry Assembler, потом Geometry Shader, Primitive Assembler, потом стадия растеризации, потом Pre-Fragment Operations, Fragment Assembler Stage, Fragment Shader, Post Fragment Operations и последняя Color Blending Operations. А теперь, что такое шейдер? Шейдер – это программа, предназначенная для исполнения на GPU и изначально использовавшаяся для шейдинга. А шейдинг относится к части изображения для восприятия глубины в трехмерных моделях или иллюстрациях с помощью различных уровней темноты. В компьютерной графике шейдинг относится к процессу изменения цвета объекта поверхности или многоугольника в трехмерной сцене на основе таких факторов, но не ограничиваясь этим, как угол поверхности к источнику света, расстояние от источника света, угол к камере и материал, например, функция распределения двунаправленного отражения, для создания фотореалистичного эффекта. На данный момент шейдеры выполняют множество различных функций, некоторые из которых даже не связаны с самим шейдингом, например, делают постпроцессинг для видеокадров или же используются для вычислений общего назначения, более известных как GPGPU, General Purpose Computing on Graphics Processing Units. Давайте посмотрим примеры шейдинга. Слева у нас техника Ambient, а справа Diffuse. Это одна и та же моделька. Но Ambient красит модель в один цвет, без всяких градиентов, а Diffuse уже учитывает освещение. И получается сразу кардинальная разница. То есть слева это как будто бы плоский объект, хотя это трехмерная модель, а справа уже получился трехмерный объект, это явно видно, что он трехмер. Вот еще примеры. Мы мержим три техники вместе: Ambient, Diffuse и Specular. Получается так называемая техника Fond Reflection. То есть мы наложили на обычный свет объемное освещение и вот еще блики. И получилось вот такой вот будто бы пластиковая деталька с бликами. И прежде чем мы начнем, давайте немножко отступим от темы, чтобы понимали чуть-чуть глубже. Почему мы используем GPU? Почему мы именно он? А ответ прост. Это Sync. Sync Instruction Multiple Data. То есть одиночный поток команд, множественный поток данных. Это принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных. Этот подход позволяет графическим процессорам выполнять огромное количество однотипных потоков данных и делать это максимально быстро. Современные GPU содержат по несколько тысяч вычислительных блоков, каждый из которых является полноценным процессором по меркам графических вычислений и может выполнять любой код, который доступен для шейдера.
Благодаря этой особенности шейдеры в графическом конвейере выполняются с огромной степенью параллелизма, недоступной для обычных цепей. И на каждой программируемой стадии конвейера, для каждой вершины, примитива или фрагмента запускается отдельный поток. Таких потоков в зависимости от входных данных может быть от нескольких сотен до нескольких миллионов за один кадр. И вот как пример, если у нас размер экрана и окна, допустим, Full HD 1920 на 1080, мы рендерим нагруженную сцену со 100% заполнением экрана, то в таком случае в видеокарте за один кадр нужно будет обработать минимум 2 миллиона 73 600 фрагментных шейдеров, и это без учета того, что у разных объектов могут совпадать координаты пикселей на экран, будет выведен только тот, который находится ближе всех к камере. То есть проходов по этим пикселям на самом деле будет великое множество. И давайте теперь детально разберем каждую стадию графического конвейера. Первая из них – это input assembly. На этой стадии буфер вершин читается из памяти и собирается в примитивы, обозначенные параметром топологии, и затем посылается на следующую стадию конвейера. Вершины могут собираться как на основании только вершины буфера, так и на основании индексных буферов. А теперь давайте рассмотрим примеры топологии, какие бывают. Вот бывает список точек. Вот у вас 6 точек, он называется point list. Это просто точки, они никак не соединяются, просто будут выведены точки какого-то определенного размера. Есть следующий, это line list, список линий. Из этих же 6 точек можно сделать 3 линии, которые между собой не соединены. Следующий, это line strip. Из этих же 6 точек получается 5 линий, соединенных друг с другом. Это достигается за счет того, что после второй каждая следующая точка с предыдущей образует линию. То есть это уже без нашего вмешательства, сам конвейер так делает за нас. Следующая топология – это triangle list, список треугольников. Из 6 этих же точек получается 2 отдельных треугольника. А вот в triangle стрипе, в ленте треугольников, из 6 этих же точек получается уже 4 треугольника. За счет того, что каждая следующая точка после первых трех образует с предыдущими двумя треугольниками. Таким образом, пустоты заполняются. Еще одним назначением стадии input assembler является привязка к каждой вершине определенных данных, чтобы сделать шейдеры более эффективными. К данным каждой вершины добавляется следующая системная информация: vertex ID, instance ID, примитив ID. Таким образом, внутри конвейера всегда можно узнать индекс каждой конкретной вершины, индекс инстанса этой вершины и индекс примитива, в которой состоит данная вершина. Следующая стадия – это вершинный шейдер. Вершинный шейдер поступает в вершины из предыдущей стадии конвейера. Один вершинный шейдер – это одна вершина. Из этого шейдера нельзя достучаться до остальных вершин или как-то с ними взаимодействовать. Это обязательная часть конвейера, и она отвечает за преобразование координат вершин из локального пространства сразу в экранное посредством комбинированной матрицы мир и вид проекции. Обычно разработчик называет ее Work View Projection или WVP. А также может быть использован для просчета анимации. Минимальные данные, которые должен вернуть этот шейдер, это просто позиция вершин. А теперь давайте поговорим о координатных пространствах, раз уж мы затронули эту тему. Вот на рисунке вы видите координатные системы DirectX. У него их две. Есть левосторонняя и правосторонняя. Они отличаются тем, что у левосторонней координата Z уходит внутрь экрана, в глубину, а правосторонняя как бы наружу экрана. При этом Y в обоих случаях смотрит наверх. А вот координатная система вулкана. Тут она считается правосторонней, при этом Z входит в глубину экрана, а Y при этом вниз. То есть Y увеличивается вниз, а не вверх, как это мы все привыкли считать. И теперь какие бывают виды координатных пространств. Это локальные, мировые, пространство камеры, пространство проекции, нормализованные координаты устройства и экранные координаты. А теперь давайте нырнем еще глубже. Как менять координатные пространства? На помощь нам приходит матрица.
Матрица в математическом смысле – это прямоугольная таблица чисел, но она имеет огромную важность для компьютерной графики. Какие операции возможны в матрице? Сложение, вычитание, умножение на число, умножение друг на друга, инвертирование, транспонирование. Но главное преобразование в 3D-графике, которое происходит с матрицами, это умножение. Переход от одного координатного пространства к другому осуществляется именно посредством умножения одной матрицы на другую. Таким образом, получается третья матрица, которая является комбинацией двух предыдущих. Вернуться к предыдущему координатному пространству можно, инвертировав вторую матрицу и умножив ее на результирующую. В итоге получится первоначальная матрица. То есть вот как, например, ниже. У нас матрица А умножить на Б равно С. Чтобы найти А, нам нужно С умножить на инвертированное Б. Да, мы найдем первоначальную матрицу. Что такое транспонирование? Транспонирование – это преобразование матрицы, в результате которого строки матрицы становятся столбцами, а столбцы – строк. Вот в OpenGL и Vulkan, в отличие от DirectX, матрицы уже транспонированы. Поэтому, чтобы пользоваться матрицами из OpenGL в DirectX, например, при экспорте моделей с Maya и Max, каких-то других редакторов, матрицы, которые идут с этими моделями в комплекте внутри файла, их нужно транспонировать. Иначе ничего хорошего на экране вы не увидите. И что важно помнить по поводу матриц. Матрицы не коммутативны, то есть порядок умножения матриц имеет значение. То есть А на Б – это не то же самое, что Б на А. Это важно запомнить. Основные виды матриц. Это мировая матрица или матрица мира, матрица вида и матрица проекции. В свою очередь, мировая матрица состоит из матрицы масштабирования, матрицы вращения по одной на каждой ось, то есть еще три матрицы вращения и матрицы смещения. Результирующая матрица получается путем последовательного перемножения всех матриц в определенной последовательности, а последовательность зависит от выбранного вещества. Теперь рассмотрим правила умножения матриц. Слева у нас вектор из четырех компонентов, который можно рассмотреть как матрица 1 на 4, то есть одна строка, 4 столбца. А справа наша матрица для трехмерных вычислений – это матрица 4 на 4. И что происходит? Мы умножаем этот вектор на матрицу. Чтобы умножить матрицу друг на друга, должно быть соблюдено правило. То есть их количество столбцов первой матрицы должно равняться количеству строк второй матрицы. В итоге у нас получится матрица размерностью в количество строк первой матрицы и количество столбцов второй матрицы. То есть, умножая вектор из четырех компонентов на матрицу, мы в конечном итоге получаем вектор. Вот. А если мы умножим матрицу на вектор, мы получим матрицу. Поэтому это о том, что важно помнить про некоммутативность матрицы. А это пример реального вершинного шейдера, самый простенький. Вот у нас есть, мы объявляем здесь функцию light vertex shader. Input приходит vertex input type, это структура, внутри которой есть position. Просто field position, который является вектором, вектор из четырех компонентов. Назад этот вершинный шейдер возвращает pixel input type, тоже структура. Мы с компоненту W вектора назначаем единицу, потому что, чтобы не было проблем при вычислении потом, при умножении матриц. И вызываем mal, это встроенная функция шейдера. Первый параметр – это вектор, а второй параметр – это матрица World View Projection комбинированная. И на выходе мы получаем вектор, но уже в координатах проекции. И все, он выходит на следующую стадию конвейера. Вот локальные координаты. Вот этот самолет F-15, он замоделен так, что он, его центр находится прямо в центре координат. Вот эта вот красная линия вот здесь, это центр координат обозначает. Мировые координаты. Когда мы применяем мировую матрицу, мы переходим в мировые координаты. Они обозначают реальное положение объекта в 3D-мире.
Именно в этом пространстве происходят такие вещи, как обнаружение столкновений, обработка физики и так далее. Мировые координаты очень важны, так как если бы их не было, все модели рендерились бы в своих локальных координатах. Тогда невозможно было бы позиционировать их на сцене. Они все находились бы в одной и той же точке и перекрывали друг друга. Из этого следует логичный вывод, что каждый объект в 3D-мире имеет свою собственную матрицу мира. То есть вот пример. У нас геометрические фигуры, каждая из них в своей позиции, со своим наклоном, поворотом и так далее. И мы имеем возможность их всех рассмотреть благодаря наличию каждого из них своей матрицы. Пространство камеры. Камера – это виртуальный объект, который имеет свою собственную матрицу, матрицу вида, и является одним из компонентов этой цепочки, который позволяет отображать на экране объекты 3D-мира. При помощи этой матрицы камера умеет перемещаться и вращаться. Большим заблуждением является предположение о том, что камера перемещается к объекту. Это в корне неверно. Не камера перемещается к объекту, а вся сцена перемещается и поворачивается в противоположном направлении к позиции камеры. И именно эта позиция будет являться новым нулем в координатной системе камеры. Именно по этой причине, говоря о матрице вида, часто упоминают, что она является инверсной по отношению к матрице мира. А теперь рассмотрим пространство проекции. Существует два основных вида проекции. Это перспективная и ортогональная. И они задаются соответствующими матрицами. Слева вы видите перспективу. На рисуночке ниже видно, что это представляет собой как бы усеченную пирамиду с дальней и ближней плоскостью. А ортогональная проекция, она как бы формирует такой параллелепипед, который никуда не увеличивается, не уменьшается, он всегда одинакового размера, независимо от того, насколько далеко уходит он от камеры. И вот наглядная разница между тем, как выводит ортопроекция и перспектива. То есть изображение немножечко отличается. Вот еще один пример. Если мы посмотрим вот слева, это ортопроекция, справа это перспектива. Вот если смотреть на орто, то мы не видим, что за этим квадратом, как будто бы это просто один квадрат и ничего более. Но если мы посмотрим на перспективу, то увидим, что здесь это целый набор кубов в ряд выстроенный. Вот так вот работают две матрицы. То есть перспектива – это ближе к тому, как человек видит мир, а орто – это уже более такое математическое представление, более строгое, без искажений, уходящих в перспективу. Нормализованные координаты устройства. После того, как все точки, формирующие треугольники в нашем объекте, будут преобразованы в финальной матрице, координаты каждой точки будут автоматически нормализованы путем деления x, y, z координат на w координат, которая есть у каждого вектора на данном этапе. И таким образом приведены в нормализованные координаты устройства, которые находятся в диапазоне от минус 1 до 1 по x и y и от 0 до 1 по z. Нулем в данном случае будет считаться центр экрана, ну или окно. Эти координаты не зависят от разрешения экрана и плотности размещения пикселей. Вот наглядная демонстрация. То есть независимо от положения экрана, вертикальный, горизонтальный или соотношения сторон, у него всегда вот одинаковые. Левый край, правый и центр. То есть нормализованные координаты. Экранные координаты. Это координаты в пикселях, которые получаются на самом финальном этапе процесса растеризации. Они получаются из нормализованных координат путем нехитрых преобразований, зная размер вектора. Вот. И здесь существует два варианта вывода на экран. Это координаты в центре экрана, классический вариант, и смещение нуля в левый верхний угол. Первый вариант удобен для 3D-контента, типа игр, а второй для рисования UI. Потому что очень удобно отсчитывать координаты контролов на экране от верхнего левого угла, а не от центра. Достигается такое поведение разными формулами в создании матриц проекции. Для того, чтобы сместить ноль в левый верхний угол в DirectX и OpenGL, необходимо было перевернуть координатную систему по оси Y, что вносило свои коррективы в рендеринг объектов, так как они рендерились перевернутыми. Благодаря тому, что вулкан имеет координатную систему с Y, уходящим вниз, а не вверх, как это было в предыдущих ипостасях API, как OpenGL и DirectX,
процесс перемещения нуля из центра в левый угол сильно упрощается, и все объекты будут рендериться одинаково как для 3D, так и для 2D. То есть их не нужно будет переворачивать специально для рендеринга 2D. И вот пример работы вершинного шейпа. Вот у нас схематическая моделька дома, которая замоделена в центре координат. И вот это до применения WorldView Projection матрицы, а это уже после. То есть мы каждую вершину этой модели сдвинули на 10 пикселей по X и на 5 пикселей по Y. Ну, не пикселей, можно и пикселей, можно и просто юнитов. Это зависит от того, какую матрицу проекции применим. Теперь поговорим о тесселяции. Тесселяция – это увеличение количества полигонов в изначально низкополигональном объекте. Немножечко теории. Тесселяция улучшает процесс создания авторского контента и позволяет создавать более реалистичные и сложные персонажи с относительно небольшим первоначальным количеством полигонов. В основе тесселяции лежит идея о том, что объект, расположенный далеко от точки обозрения, будет менее детализирован из-за того, что его тяжело рассмотреть. Но по мере приближения количество треугольников в объекте экспоненциально увеличивается с целью улучшения его детализации. Совершенством этого метода является то, что при рассмотрении просчитанного изображения среднее число обработанных треугольников остается близко к устойчивому значению. И так что игроку существенно реже придется встречаться с резким падением производительности системы. Это особенно актуально при разработке консольных игр, где аппаратные средства очень ограничены. Ну и для платформы ПК тесселяция тоже приносит значительную выгоду. Вот здесь на изображении слева и справа, они оба применены, там, тесселяция к ним. Слева это минимальный уровень, справа максимальный. Вы видите, что справа, вот в левой части изображения, так называемый wireframe, сетка полигонов. Сетка полигонов слева, она достаточно крупная, а справа она очень-очень мелкая. И такое впечатление, как будто бы там, ее почти незаметно. Это вот разные уровни тесселяции. То есть справа это максимальное количество треугольников было сгенерировано между вот этими треугольниками, которые вот здесь были. А по качеству итоговому сильно большой разницы мы не ощущаем. Ну, разве что может быть мелких деталей. Вот еще один слайд от AMD, который показывает, как можно применять тесселяцию. То есть вот у нас изначально бюст человека, очень низкополигональный. И мы тесселируем его вот такого вот мужичка, который имеет множество морщин и весьма высоко детализирован по сравнению с первоначальным объектом. Стадия Selection Assembler. Эта стадия оперирует так называемым патчем. Это минимальные абстрактные объекты при тесселяции. Каждый N вершин – это один патч. Как правило, патчем является четырехугольник. Но также может быть и треугольник, и изолиния. Сборщик собирает вершины патчи и отправляет их на следующую стадию конвейера. А следующая стадия конвейера – это Tessellation Control Shader или HAL Shader еще называется в разных API. На русском он – это поверхностный шейдер. Процесс тесселяции начинается именно здесь. У поверхностного шейдера есть две задачи. Первая – это определить уровень тесселяции примитива, а вторая – это произвести любые необходимые трансформации над патчем. Поверхностный шейдер может изменить количество вершин в патче, добавляя или удаляя вершины. Эта стадия конвейера полностью опциональна и может быть пропущена. В таком случае патчи будут переданы напрямую из вершинного шейдера в генератор примитивов тесселяции. Генератор примитивов тесселяции. Следующая стадия. Это фиксированная стадия конвейера, которая ответственна за создание новых примитивов на основе входных данных, то есть патчи. Эта стадия выполняется только если активна следующая стадия конвейера. На генерацию примитива влияют следующие факторы. Уровень тесселяции, который был предоставлен поверхностным шейдером, расстояние между вершинами, определенное следующей стадии конвейера, тип входящего примитива, определенный на следующей стадии конвейера, который может быть треугольником, прямоугольником или изолинией. Порядок генерации примитивов также определяем на следующей стадии конвейера. Порядок может быть как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Целью этой стадии конвейера является определение того, как много и в каком порядке генерировать вершины,
и какие примитивы из них строить. Сгенерированные вершины отправляются на следующую стадию конвейера, которая является доменным шейнером. Эта стадия берет абстрактные координаты, которые были сгенерированы на предыдущем этапе вместе с выходными данными поверхностного шейдера или вершинного шейдера, и использует их для того, чтобы вычистить актуальные значения вершин. Именно на этой стадии конвейера вы, как разработчик, пишете алгоритм, который будет вычислять новые позиции, нормальные текстурные координаты и так далее для новых вершин. Это обязательная часть тесселяции, и без нее тесселяция невозможна. Особенность этого шейдера в том, что он, в отличие от вершинного, может вызываться более одного раза для одной и той же вершины. Поэтому алгоритм, прописанный в нем, должен быть детерминированным, чтобы выдавать одни и те же результаты при одних и тех же входных значениях. Следующая стадия конвейера – это геометрический ассемблер. То есть эта стадия конвейера собирает вершины примитивы на основании указанной ранее топологии и передает их единым скопом на следующую стадию конвейера. Это могут быть точки, линии или треугольник. Мы с вами рассматривали ранее. А следующая стадия – это геометрический шейдер. Это очень мощная стадия конвейера. С помощью геометрического шейдера можно создавать дополнительные вершины и добавлять их в специальный поток, который позже будет передан на следующую стадию конвейера, либо же разобрать геометрию на примитивы, имитируя взрыв. Но больше всего он подходит для всевозможных процедурных генераций и создания частиц. Например, при помощи геометрического шейдера и соответствующего алгоритма можно создать процедурно генерируемую поверхность, будь то плоская местность или же целая планета. Преимущество этой стадии конвейера в том, что результат работы шейдера можно сохранить в отдельном буфере, в оперативной памяти которой позже можно загрузить в input ассемблер и начать рендеринг именно этой геометрии, и ее не придется генерировать заново каждый кадр, что значительно экономит ресурсы. Давайте рассмотрим примеры, что можно сделать при помощи геометрического шейдера. Вот такая вот процедурная трава с процедурным ветром. Может быть полностью сгенерирована процедурно при помощи геометрического шейдера. То есть вот так вот можно создать без помощи моделлера вот такую вот штуку. Вот генерация частиц на лету. То есть вот здесь вы видите миллион частиц в кадре и 2 миллиона треугольников в кадре. То есть, такое огромное количество вершин, при этом у нас количество кадров 110. То есть это достаточно высокая производительность для такого огромного количества треугольников. Еще можно использовать геометрический шейдер для генерации вот таких вот линий, это нормали, к поверхности треугольника. То есть это больше для дебага, чтобы проверять, правильно ли сгенерировалось нормали. Ну, о том, что такое нормали, мы поговорим чуть позже. Вот еще один вариант реализации, это процедурный ландшафт. Здесь показаны разные степени детализации, с которыми можно создавать этот ландшафт. То есть вот слева совсем не детализировано, справа там максимально детализировано. То есть, чтобы показать, что такое вот тоже возможно. Так. И переходим в следующую стадию. Это сборщик примитивов. На этой стадии вершины собираются в примитивы для последующей растеризации. Здесь же происходит так называемый фейс-кулинг, то есть определение порядка исследования вершин треугольников и сравнение его с указанными заранее правилами. Есть всего два варианта исследования вершин – площадь стрелки и против часовой. Если порядок исследования вершин не совпадает с заранее определенным, такой треугольник игнорируется и не будет участвовать в дальнейших этапах конвейера. Здесь же отсекаются треугольники, которые не попадают в объект, то есть в зону видимости камеры. И вот два варианта. Слева – это адресовка треугольника площадь стрелки, а справа – против часовой. То есть вот у нас здесь идет от нуля 0,1,2, 0,2,3. Вот они, если мы пройдем по этим точкам, то это будет как по часовой стрелке. А здесь 0,1,2, это уже против часовой стрелки. И как же мы определяем порядок следования вершин? Порядок следования вершин определяется путем векторного умножения двух векторов для каждого из треугольников. Дело в том, что векторное умножение векторов возвращает третий вектор, который строго перпендикулярен двум другим. Так как в нашем случае два вектора формируют плоскость, то третий вектор будет являться нормальным этой плоскости. А нормаль – это вектор единичной длины, указывающий направление.
И именно от того, в каком порядке располагается вершина треугольника, будет зависеть направление нормали – камеры или от камеры. Все треугольники, нормали которых смотрят в направлении от камеры, будут отброшены. Но это произойдет только в том случае, если в настройках конвейера будет указано, что необходимо рендерить только видимый треугольник. У нас есть три опции. Первая – рендерить только видимый треугольник. Вторая – рендерить только невидимый. И третья – рендерить вообще все треугольники. И в данном случае проверка просто не будет выполняться. Но зато мы будем рендерить в два раза больше треугольника. Нормаль поверхности треугольника. Вот на рисунке слева схематически изображен глаз, который вот здесь первый треугольник в кубе, это он идет против часовой стрелки, и он как бы невидимый. А второй идет уже по часовой стрелке, и он видимый. То есть мы как бы пропускаем первый, потому что конвейер его отсекает, и попадаем сразу на второй. Вот то, что бывает, если неправильно определить порядок следования треугольника. А справа вот тоже схематическое изображение, что вот у нас V0, V1, V2 – это по часовой стрелке, а здесь V0, V1, V2 – против часовой стрелки. И здесь нормально смотреть сюда, к нам, а здесь как бы от нас. Ну, на картинке здесь не сильно очевидно, но оно так и есть. Вот результат работы фейс-кулинга. Вот изображение чайника, моделька, в 3D Max, стандартная модель. Здесь мы видим все, и внутри, и снаружи. А вот когда мы уже отрендерили чайник, то внезапно обнаруживаем, что внутри пустота. Вот это как раз результат работы фейс-кулинга, который отбросил все треугольники, следовавшие против часовой стрелки, которые как раз располагались именно внутри. И следующая стадия – это стадия растеризации. Это фундаментальная стадия конвейера, где происходит магия превращения вершин в пиксель. Она обязательна для выполнения и на выходе генерирует фрагменты, которые могут стать потенциальными пикселями, если пройдут дальнейшие тесты. Ну а что происходит конкретно уже дальше, мы рассмотрим во второй части, потому что в первую часть все бы не влезло. Поэтому у кого есть какие вопросы, задавайте.